Вот этот сорт редьки, зеленая маргеланская, я выращиваю уже много-много-много лет. И вполне этим сортом доволен. Это очень хорошая зеленая редька. Она очень сочная, очень вкусная, очень хорошо хранится практически до лета. Очень урожайная. Какая бы ни была погода, она завязывает хорошие вот такие симпатичные корнеплодики. То есть всем хороша. Что можно еще про нее сказать? Что для зимнего хранения и потребления ее лучше сеять где-нибудь в начале июля. Что я и делаю. И вот она к концу сентября завязывает вот такие довольно крупные, вполне сформировавшиеся корнеплоды. И потом отлично хранится. Поскольку хранится она довольно долго, обрезать ее надо немножечко более сильно, чем другие культуры. С напуском, скажем так, на корнеплод. Она потом подсохнет, подгнивать не будет. И будет храниться в погребе отлично. И не будет прорастать. Но в остальном замечательная редька. Что еще про нее скажешь? Вкусная, урожайная, неприхотливая. Отличная редька. Каждый сезон ее выращиваю понемножку. И отказываться от нее не собираюсь. Так что рекомендую огородникам. Кто не знает, может быть. Многие знают этот сорт. Но кто не знает, сорт редьки зеленая маргеланская. Берите на вооружение, используйте. Не пожалеете. Отличная редька.